Так, сегодня с нами Леня. Всем привет. Друзья, всем привет. Клуб Ярохолк по своей традиции приехал в Купель. Сегодня даже, кстати, с нами приехал Леонид, друг нашего движения, ветеран специальной военной операции. Сегодня в России и в мире отмечаются такие праздники, как, естественно, День Масленицы. Сегодня день подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Сегодня Международный день спонтанности. А также сегодня день с таким хорошим лозунгом «Ты все делаешь правильно». Вот посмотрим, как наши воспитанники именно этому дню посвятят этот праздник. Поехали! Чтобы вам испекли побольше вкусных блинов и не набрали, чтобы вы жира. Поздравляю вас! А если вы не наберете жира, значит вы все делаете правильно. Молодец, давай. Ты в ванне тоже так плескаешься в детстве? Так первый раз купаешься с нами? Да. Вот смотри, понравится тебе или нет? Давай. Ладно, я за тебя скажу. Как ты думаешь, ты все делаешь правильно сейчас? Да. Ты уверен? Да. Поехал, давай. С головой третий раз окунулся. С третий раз с головой. Головой мне надо. Вот. Леня, как дела? Отлично. Да, отлично. Только поступил к нам в тренажерный зал и сразу с вами приехал. Ага. Да. Ну что могу сказать? Ну, естественно, здесь масло. Мне нравится. С вами мне нравится. Это значит, что вы все делаете правильно. Да. Поехали. С головой. Раз. Друзья, вы хоть и спонтанно, но все делаете правильно. Тем более в парке. Вот так. Так, ну что у вас тренать, друзья? В здоровом теле здоровый дух. И это правильно. Фух, раз, два, три, отлично. Фил, да, хорошо, что сбитень без всяких блинчиков, да?